Что я хочу сегодня сделать с вами, это маленький доклад, который состоит из двух блоков. Первый блок — это основной блок, потому что там до того, что мы начинаем low-carb для endurance, нужно понимать, что это такое low-carb. Да? И этого блок, в принципе, действует для всех. Для всех людей, которые хотят это делать. Это не просто типа что для спортсменов. Да? Специально low-carb для спортсменов, там свои сложности, как мы на второй блок будем узнавать, потому что так этот low-carb, этот сильный low-carb, специально для, если мы посмотрим Ironman, наверное, не действует, потому что просто слишком мало углеводы. Да? Что значит, немножечко на этот первый блок, это что это, что low-carb, что кетоник и что палео, потому что там несколько там формулировка, и палео-диет и low-carb-диет это не то же самое, это разные вещи. Разница, в принципе, это так, что палео не так сильно посмотрит, сколько углеводов ты принимаешь. Палео-диет — это ты живешь как охотник где-то в Амазон, да, типа. Да? Да. У нас, кстати, Маша, извини, у нас просто еще палео, да, это не очень там, так популярно, как, например, на Западе, но он набирает обороты. От палео, от слова палеолит. Люди, которые жили в палеолите, они питались тем, что забивали животное, вот, и потом, когда забили, могли что-то еще найти. Это как имитация, как питание человека до сельскохозяйственной индустрии, революции. Значит, от 0 до минус 15 до кризиса. Да? Ладно, кетоник. Кетоник и low-carb — это такие синонимы, почему мы будем узнавать, что значит low-carb и кетоник. Это значит, что мы используем жир для нашей энергетики. Мы принимаем, как это сейчас, это как стандартный подход. Мы услышим тоже в течение спорта, мы можем есть углеводы, углеводы, углеводы. Если мы это делаем, что делает тело, он принимает эти углеводы, делает из этого углеводы глюкозы и поехали. И он доволен, глюкозы он делает очень легко. И, но есть один проблем, эта глюкоза как энергетик не только действует, и поэтому нужно регулярно кушать. Это вашего инсулинового зеркала, это очень волатил, вот, вот так, да? И он идет вверх, и если он падает, вы голодны. Да? И то же самое в течение соревнования. Если самое важное в течение соревнования, что у вас есть стабильная глюкоза, которая не тягивает у вас такую вещь. Да? Это стандартная диета, это которая все, или большинство, официальные органы рекомендуют. Если в этом диете, потому что у нас есть не только углеводы, у нас, конечно, есть жир и протеин, роль жира в этом случае это, что если у меня довольно достаточно углеводов, тело только использует эти углеводы. Но только есть дефицит на углеводы, он начинает использовать жир. Но это всегда последний степ. Да? Это если он видит, что у меня закончились углеводы. Если вам получается сильно этот феномен после 34 километра на марафон, если там люди начинают падать скорость, потому что это так, что углеводы закончились, и только жир, свободный жир достаточно, можно использовать, но тренировка тратит нет, адаптация нет, и поэтому это так сложно. Если мы посмотрим, почему это так, что жир не так легко принимается, как энергетика, как углеводы. Для 1 грамм углеводы использовать как глюкозы нужно только 4 грамма оксигена, для фет нужно 10. И наш тело очень хитрый человек, он всегда самый легкий подход использует. И это углеводы, как только это есть. Жир – это другое, и поэтому, если мы едим жирные блюда, мы очень долго сыт.
и 3 раза дольше сить, чем на меню, которое только состоит из углеводов. Протеин – это как это, the equalizer. Протеин тебе надо только, что все мышцы работают нормально, так далее, так далее. И если слишком много белок в теле, он тоже использует это как глюкоза. Протеин – это белок. Это значит, если у нас есть этот стандартный диет, который рекомендуется в данный момент, мы постоянно кормим нашего тела с этим углеводом. И он говорит всегда спасибо большое и использует. И что касается нашего шейного депоз, этот, они остаются, и как мы видим, как мы читаем, нормально они растут. Если когда нашего системы использовать чье, они использовать чье, если углеводы нет, углеводы только нет, если мы не кушаем углеводы, это очень легко. Только если это так, тело начинает к теме энергетика, и он ищет эту энергетику, и это называется вот здесь free fatty acids, на английский язык. Но этот как энергетика они могут использовать, и поэтому печень производит, который называется кетоны. И этот кетоны это причина, почему этот диет тоже начинает кетонический диет, кетоник диет. Кетоны это молекулы, которые имеют функцию глюкозы. Это как глюкоза. И только если у вас есть достаточно этот кетоны, ваш мозг живет без сахара. Потому что один из первых аргументов это, что ну, углеводы, окей, ладно, не надо углеводы, ну, а мозг? Мозг, в принципе, наш тело углеводы не надо. Есть эссенциальные аминокислороды, эссенциальный протеин и есть эссенциальный жир. Слово «эссенциальный углеводы» нет. У нас нет такой необходимости, в принципе, для углеводы. Ну, что надо? Ну, надо адаптировать, что мы используем жир как вид энергетика. И это единственный вариант – это этот кетоны. Еще раз быстро, что мы идем дальше. Стандартный диет. Мы кормим себя с углеводы. Тело хэппи, легкий вариант и все. И тоже важно, что тренировка – это последнее. Если мы следуем этот диет, мы стоим и думаем, окей, ладно, сегодня мы тренируем этого систему, которая использует жир, свободный жир. Мы кушаем себе хорошие углеводы и побежаем, что мы тренируем. Мы тренируем, что тело принимает этот углеводы, который мы съели. Жир мы не используем. Можно я объясню? Просто это очень важный момент, особенно кто там, 3 лет, или кто уже длинный бега бегает. То есть ты бегаешь там типа 2,5 часа или 3 часа, и ну, то, о чем Марк говорит, ты при этом ешь углевод, ну то есть гель, вот, думая, что ты бегаешь 2,5 часа для того, чтобы перенастроить ну, энергообеспечение организма на жиры, при этом ты питаешь его углеводом, то есть это не работает. Это не работает на 100%. Есть всегда один часть жира, который тело использует, ну, большинство углеводы. Мы говорим, если это нормальный, стандартный человек, но, такой long chalk, это значит 70%, 75% углеводы и конец жира. Да? Если я, например, делаю этот на тот же самый уровень, наверное, у меня 100% жир и 0% углеводы. Как исчисляется, это тоже называется респираторический коэффициент, это тоже исследователь. Кетоник, low carb, значит, мы делаем дефицит, мы ограничиваем углеводы и тело тоже не использует жир для своей энергетики.
как мы знаем, что у нас довольно достаточно кетоны, есть варианты, есть урин-тест, мяч-тест, и есть тест, для, который использует кровь. Это, в принципе, этот, наверное, инсулин, диабетик, люди знают этот, это тот же самый гаджет. Ну, там есть другие тест, как они называются? Тест-полоски. Да? Есть полоски для инсулина, есть тест-полоски для кетоны. Стоит 10 штук, в данный момент 340 рублей со скидочкой. Вот. Я, когда я начинал, это очень хорошая штука, потому что он знает, с нами сначала этот кето-диет, это диет сам. Да? Нужно посмотреть, что и как, и какие это результаты, и при этом это очень удобно тестовать один раз утром на свободный желудок и один раз вечер. Да? Просто что мы уверены, что подход правильно. Да? Подход правильно, если это цифры из литературы, если у вас кетонический левел между 0,5 и 3 миллимола в кровь. Да? Этого гаджет показывает это сразу. Например, у меня сегодня утром был 1,2, например. Да? Это значит, я уже утром был в кетозе. Да? 0,5 – это легкая кетоза, говорит литература. Между 1 и 3 – это как-то типа настоящие углеводы. Это такая ситуация, где так много кетоны, значит, тело больно работает на шею. А у обычного человека это получается? Обычно, если вы это сделаете утром, наверное, у вас было 0,1 и 0,2, не больше. Нет, не обязательно. Там есть один слово, какие изменения. Да? И первый пункт – это углеводы. Это значит, если мы кушаем углеводы, у нас глюкоза идет наверху, и кетон идет вниз. Да? Кто контролирует инсулин, понятно, если у вас диабет, нужно контролировать. Да? Да? Но если глюкоза нормальна, ну, пожалуйста, да? Это с этим штук можно делать параллельно, если хотите. Да? Я иногда тоже это делаю, например, у меня сколько? 6,2 утром, тоже, да? Тоже нормальная цифра. Это значит, если мы меряем этого кетоза, нужно узнавать, когда. Потому что там есть несколько вещей, которые как-то можно, как сказать, обманывать себя. Да? Первый пункт для обмана – это мы делаем спорт и потом меряем. Да? Эффект спорта – это что из этого стимуляция растет размер кетоны. И при этом эта цифра – это хорошо, но не показывает реалитет. Реалитет – это нормально утром на свободный желудок, как это стандартный тест на другие вещи в кровь, да? Это, ну, углеводы, это понятно, мы уже сказали. Третий пункт, это, что это тоже интересно, есть тенденция, что в течение дня эта цифра растет. Самый высокий цифр у меня всегда вечер. И это тоже согласно литературе так, да? И третий пункт, MCTs, Medium Chain Triglycerides, это масло, и химическая структура – это такая, что тело принимает этот как углеводы, но только если углевод принимает шею как энергетика. Да? Этот MCTs тоже инициирует процесс кетоны. Да? MCT – это масло. Да? Это масло, если Москва сейчас купить нельзя, я посмотрел интернет. Только в Рязани есть фирма или шоп. И там было на этот сайт, я, ну, секретарь звонит, да, все есть.
И потом они посмотрели, очевидно, только было таблеточки, но таблеточки не надо. Если МСТ не надо купить, можно купить кокосное масло. Кокосное масло – это 65% МСТ. Да? Несмотря, что кокосное масло… Как это что? Как это МСТ? Там не сло... это… Просто название? Это название. Медиум. Если, если вы посмотрите Яндекс МСТ масло, вы попадете на этот сайт этого шопс. Это называется МСТ, тоже по-русски. Организм думает, что это масло углеводы. Еще раз, химическая структура это такая, они не long chain и small chain, они medium chain, что если у вас есть тело, которое принимает масло как энергетика, как следует, как я, например, это так, что вы съели бы углеводы, но только на этот. Человек, который не адаптировал, который пьет чашечка МСТ, эффект это ноль. Потому что ваш тело не знает, что надо делать с этим. Да? Если я это сделаю, он говорит спасибо большое. Это моя история. Вы видите тоже, что развитие вес не позитивно и негативно коррелирует с этим кетоном. Да? И это значит, что у меня очень мало шир и вес, который я могу потратить. Потому что мой вес практически стоит между 80 и 81. Несмотря на то, что у меня, как на этот день, например, больные 4, это значит, это было утром и это было вечером. Да? Это было в данный момент, по-моему, мой рекорд 5 миллимоля. Это значит, что я около после 3 недели, когда я начинал, около после новогодних праздников, где-то там попал на полный программ на этот кетозе. Это не быстро. Я думаю, что это идет побыстрее, потому что я раньше очень практически не сахар съел, не мука съел, этот вещь вообще не съел. Да? И я думаю, что один-два недели и у меня супер цифра, но не получилось. Вот. Как мы делаем это так, что у нас получается этот кетоз? Первый пункт, и эта цифра это из литературы, это очевидно тоже нужно тестировать, 50 грамм углеводы каждый день. 50 грамм это 200 калорий. Это практически ничего. Да? 200 калорий очень много. И 50 грамм, и при этом я очень рекомендую, что вы начинаете с этим диет, что вы пишите, что вы кушали или используете что-то интернет-сайт, который делает вам список питания. Потому что если вы сделаете, вы видите, что у меня слишком много протеина или слишком много воды, да? Если у вас результата нет. Да? Значит, 50 грамм, откуда мы берем эти 50 грамм, покушаем вам потом. Это тоже важно, протеин, потому что если мы начинаем там кушать как сумасшедшее мясо, потому что мы думаем, это сейчас кето-диет, да? Получается так, что, конечно, будет чир, но слишком много протеина. Да? И если слишком много протеина, что делает тело, он принимает этот протеин как глюкоза. Там есть специальная процедура, глюкогеногенеза, по-моему, называется, которая делает из протеина углеводы. И этот углеводы допитирует наш кетонический диет. Рекомендуется 1,5 грамм про килограмм каждый день. Лучше, и поэтому тоже есть интересный пункт, что мерит этот, попробовать. Значит, один день, например, я, у меня 80 кило, это значит, я беру 100, и 120, и 140, и потом я несколько дней, потом я посмотрю, какой эффект это на диет. Я, например, для меня узнавал, что оптимально это между 100 и 120 грамм протеина каждый день в данный момент. Да? Если это больше, чем 120 грамм, кетоны падают. И самый большой пункт, вот это шир. Да?
И для человека, который идет от стандартной диет, сначала это не очень легко получить так много жира. Потому что мы всегда слышали мало жира масла, мало жира на молоко, мало жира на что угодно. А сейчас ты делаешь изменения на 180 градусов, да? Которые сначала нужно тоже все как-то члены семьи нужно проинформировать, потому что это, например, если яйца, это хороший пример для нас дома. Раньше это было так, что я съел этот белок, и моя жена съела шольты. Сейчас это наоборот. Да? Это, или мы купаем мясо, сейчас мы ищем самый жирный масло, ну, для меня. Да? Раньше мы просто посмотрели, где самое масло без жира. Да? Индейка или вот такие вещи. Да? Сейчас индейка вообще не надо, потому что вещина индейка, потому что слишком много протеина. Да? А с таким питанием, какая калорийность? Будет, все будет. Этот, который рекомендуется из литературы, это в принципе правильно, как мы получаем эти 50 грамм углеводы каждый день. Рекомендуется 10% из протеина, практически там очень много продуктов, у кого есть углеводы, мы просто не знаем. Например, яйцо углеводы, по-моему, 1 грамм по 100. Да? И поэтому это так важно, что у нас есть список, что мы знаем точно специально эти углеводы, которые мы думали, что они не действуют. Да? И, значит, из протеин мы принимаем 10, 5 от 10. Из овощей то же самое. Эти пункты совместе, это очень важно, потому что один риск этого диеты, это что у нас слишком мало минералов и витаминов. Да? И если мы ем из этого две вида продукты, овощи и фрукты, ну, только 20 грамм максимально, да? Это тоже не очень много. Например, это, если вы посмотрите, это 500, ну, около 600, по-моему, грамм китайский коль. Да? Или 200 грамм ягоды. Если мы говорим, например, один яблоко, да? Или банан, например. Банан – это 40, это уже целый день. Целый процент за один день. Да? Это значит, есть тоже такая инвестиция, что вы посмотрите в интернете, где угодно, там очень много сайтов, и посмотрите, какие блюда хорошо для этой low-carb-диеты, какие нет. Да? Салат, помидоры, ну, вы видите, ну, мышь, песок, это хорошо. Все, у кого много углеводов, это значит, все, которое мы привык есть, нельзя. Картошки, все это, не говорю, мука и сахар, это понятно. Да? Протеин, как я вам сказал, это не больше, чем 15%. И большинство – это жир. А можно предыдущий сайт ответить его вернуть? Протеин? Смотрите, у нас не надо делать фото. Кто-то хочет, у меня не проблем покупировать этот сайт. Может, просто эта презентация, она есть? Есть. Пошлите Макс мейл, и вы получаете этот доклад, не проблем. Ну, вместе с видео, мы делаем видео этой лекции, вместе с презентацией она будет доступна. Да, как я вам сказал, важно это, что последний пункт клетчатка, минеральные угли и витамины. Поэтому это важно, что нужно есть этот овощи и фрукты. Если вы посмотрите, это тоже я, у меня есть такой диетический программ, но это по-немецки я это переводил. И вы видите тоже, когда я с самого начала сделал эту ошибку, да? И иногда повторяю, что у меня слишком много протеина. Да? Вот этот дня, например, это вообще очень оптимально. Да?
84, и как вы видите, это не значит, что я ем мало. 4000 калорий – это не мало. Да? Но это плюс в том числе тренировка 1,5 часа каждый день. Да? И это более-менее, которое мне надо, поэтому тоже мой вес так стабильно. Очевидно. Что? Сколько калорий выжигаете за 1,5 часа? Еще раз, но мы. Сколько калорий? Я? Ну, еще, видимо, тренировка. Ну, у меня есть такая формула, я говорю, каждый километр 70 калорий, которые я бег. Да? Если я еду на велосипед, 700 за час. И если я плаваю, то же самое, как велосипед, но нету. Это значит, если у меня есть перерыв, 15 секунд я удаляю этот. Да? И это 700 на велосипед, это независимо, что я еду легко или супер трудно. Это всегда у меня 700. 1,5 часа это 10 калорий, да? И мне надо около 2700, 2600 каждый день, плюс 10, 3600. Ну, 1,5 часа, ну, это перед новогодним праздником, у меня перед времени немножечко больше. Наверное, 2 часа тренировать, это значит 1400, ну, плюс-минус 0. Да? Потому что это 4000, это то же, что я писал, может быть, что я один раз делал ошибку по исчислению или лейбл неправильно, на что угодно, да? Ну, в конце концов, это... А какой процент жира в организме у вас? Было 12, как-то это было? С начала декабря. Ну, наверное, сейчас меньше, не можно. Немного изменений. Если у нас зима, лучше чуть-чуть больше. У меня, когда я сделал козу мел, конец ноября у меня был 5%. Ну, это соревнование, где очень душный климат, да? Это как Гавайи, и там чем меньше жир, чем лучше. Несмотря что это значит меньше вес, да, на марафон. Казумели это Мексика, да. Там был вопрос, что я ем. Вот это один день. Пожалуйста, посмотрите. Это парфумат, такая вещь. Это каждый, который я ем, вот там пишется. И если вы посмотрите, вот это этот, 400 грамм, это китайский кол. Да? И очень много там, это шир, шир, макадемия, шир, coconut manna, шир, MCT oils. Это все шир, майонез, макадемия. Вы смотрите, вот здесь чикен, раньше я съел груд, сейчас я ем горошки. Да? Вот как это выглядит? Очень мало едите. Очень мало едите. Это 4000 калорий, наверное. Ну, смотрите, 50 грамм авокадного масла, это самое же 400 калорий. Да? И там... И это, в принципе, все этот, вот этот вещь, это все винегрет для салата. Это значит, я не ем просто этот китайский кол. Я сделал себе винегрет, но из этого майонез. Там идет еще так, это спецмайонез, который я сделаю. 50% сливочного масла, 50% оливкового масла. Потому что химическая структура этого результат, этого продукт, это вот этот жир, который мы сейчас храним, это идентически. И поэтому тело очень хорошо принимает вот этот. И это все идет на винегрет. Это значит, у меня есть этот салат, который 100 калорий, и что идет под этого салата, это 1500. Это просто жир. Да? И там есть еще один нюанс. Я комбинирую этот low carb с этим другой подход, который называется intermediate fasting. Это значит определенное время без блюда вообще. Это значит, я мой тренировка делаю на свободный желудок. Я пью чай, все. И потом я иду в офис, и где-то 16 я ем, например, 1 чашка масла. И все. Это так сложно выглядит? Это не так сложно. Серьезно, это не так сложно исключить углеводы,
Сложность это исключить и не получать слишком много протеин. Когда я начинал, я думал, я ем все, что решено. Например, я купил себе такую пасту из орехи. Очень вкусно. Я съел там, я не знаю, что панично, и получили так, что мы... я добавил еду. Потому что все говорят, ну, low-carb можешь есть что угодно, это не так. Конечно, раз мы, в конце концов, есть сумма калорий, которые достаточно и недостаточно. Значит, сначала нужно как trial and error. Значит, попробую, получается, не получается, да? И после нескольких времени у тебя есть такой уже определенный подход. Стоит поинформироваться, почитать информацию о питании. И, потому что если сейчас я купаю что-нибудь, я посмотрю, во-первых, всегда на углеводы. Сколько углеводов на 100 грамм? И сколько белок? И шир не важно. Нужно времени. Но в конце концов, если мы фокусируем теперь на, например, масло, продукты из коконат, которые очень полезны, там есть коконат нано, это очень сладкий, это как мусс. Это супер вкусно. Коконат масло, если вы жарите, и вы получаете вообще свой определенный размер жира. Это не трогайте. Вы еду с собой возите, как вообще? Ну, там подготовка не очень сложная. Что я сделаю? Я сделаю себе один раз этого винегрет. Я подготовлю себе свои овощи на такая машина, которая подготовить на этот, как духовка, да? И это все. Это не очень... Ну, нужно чуть-чуть померить, и что-то не слишком много, слишком мало. Да? Я, наверное, буду закончить этот сильный порядок на конец января. Я останусь написать, что я ем, потому что у меня свое чувство. Да? Сейчас лучше посмотрим. Там есть один пункт, который, один риск этого диета, это вот этот потенциальный дефицит от витаминов и минералов. И поэтому я предлагаю, я тоже сделаю, добавить несколько вещей. Магнезий, цинк, это самое важное, содиум, соль, мультиминерал, и витамин E, витамин D. Почему соль? Если у вас кетонический диет или кетонический статус, вы потеряете воду. Эффект это самый наоборот, чем на углеводный диет. Через углеводный диет мы сохраняем воду. И если у нас есть этот low-carb диет, мы потеряем воду. И поэтому мы потеряем очень много соли. И сейчас я первый раз на мою жизнь добавлю соль активно на что я ем. Раньше вообще это не занималось. По поводу риски, специально для мужчин 50, чем я, тестостерон и тиреоид. Если у вас не проблем с этим, не надо потестировать, но есть риск, что эта диета снизит этого тестостерон и это тиреоид. При этом, если у вас есть больше, чем 2 недели, это около вот эта адаптация идет, да? Такой статус, что вообще не желание делать ничего. Может быть, что это не кетонический диет, может быть, что это факт, что у вас или слишком мало тестостерон, или слишком мало Т3. Т3, 4, ТТГ, как это не связано? Т3 это продукт перед Т4, это продукт Т3. Значит, из Т4 тело делает Т3, и этот ТТГ этого гормона инициирует производство Т4. Это значит, если у вас слишком мало Т4, у вас нормально очень высокий ТТГ. Это стандартный, если у вас есть дефицит. Если вы чувствуете хорошо, ничего не надо делать. Да, артифитель, светинес, там есть... Можно делать что угодно. Если ты спрашиваешь один человек, получаешь 30 ответ. Попробуйте сам. Самое
Этот, который я использую, это вот этот, стевия. Можно уже купить в Москве везде. Стевия это такой бразильянский или ну, южноамериканский штук, который из природы и который не имеет отношения к индивидуальному зеркалу. Ну, вкус такой странный. Это не как сладкий, как настоящий сахар. И... Я Марку, когда предложил сегодня чай, он достал из кармана. Это было стевия. Этого кето-адаптация, это около 2 недели, если вы начинаете, лучше, там есть 2 подхода, снижать этот углеводы потихонечку или как-то прыгнуть к холодной воду. Я предлагаю холодную воду. И так я сделал. После этот Ironman я вернулся из Куломен, один неделю я съел, не знаю, что я хотел, и потом кето-диета. Это адаптация около 2 недели, может быть больше, может быть меньше. И это понятно, это как двигатель, который привык бензин, 95, сейчас получает дизель. Конечно, он плохо работает. Да? И вы будете чувствовать себя не очень хорошо, потому что вы... Энергетика, энергия действует где-нибудь, но тело не знает, что нужно делать с этим. Да? После 2 недели этот симптомы нормально уходит, потому что тело уже начинает использовать этот чир. Да? При этом для спортсменов предлагается делать это изменение не 2 дня до марафон или 2 недели до марафон. Я сделал это так, что сейчас у меня офсезон, и при этом, если есть негативный эффект на мою тренировку, ну, боксинг. Да? Это самый оптимальный вариант, который я предлагаю. Если кто-то хочет начинать с этим, начинайте, когда, если есть эффект на тренировку, проблем нет с этим. Да, как я уже сказал, офсезон, и есть один, как-то, который мне очень помогал, вот этот low sodium. Нормально удовлетворение падает, потому что слишком мало соль. И купите себе этот кубик куриный суп. Да? И тоже кофеварка, ну не чай, но как суп, и пьете этот. И это мне помогало, когда я чувствовал себя после обеда, но после этого обеда, который у меня не обедал. Я очень плохо чувствовал себя. Для меня было непонятно, что это был эффект моего предыдущего Ironman или этот кето-диет, но просто я чувствовал себя очень плохо. И сделал себе такой куриный суп. Это помогало мне. Да. Почему это так интересно для нас? Почему? Почему мы делаем это? Не? Зачем это надо? Очень легко. У нас 2 баки. У нас бак углеводы, у нас бак жир. Бак углеводов – это около 2000 калорий, если человек очень хорошо тренировался. Да? Да? Бак жира – это до Нью-Йорка и обратно. И потому что если у меня, скажем, 80 кило, скажем, 10%, это значит 8 килограмм жира. Да? 2 кило, скажем, эссенциальные, это нужно для здоровья, остается 6 килограмм жира для энергетика. Да? 1 килограмм жира – это 7000 калорий. Это значит 42 тысяч калорий. За 42 тысяч калорий я могу делать 5 Ironman. И без ничего. Да? На 2000 калорий я сделаю первый час, ну, я плаваю, и после полтора часа велосипеда я уже стою где-то на полный пак, а на пустой пак. Да? И при этом я начинал с этим, потому что я думал, почему я тренируюсь на что-нибудь, которое у меня так по качеству так мало. Почему я не использую этот, который есть практически безгранично? Да? И сколько только большинство настоящих спортсменов, которые просто делают этот спорт для хобби, да, нормально они очень мало
делят такие интенсивные вещи, где тебе надо углеводы. Не? Powerlifting, спринтинг, вот такие вещи. Кто это занимается, конечно, low carb не очень. Не? Но для большинства это люди, которые делают как-то endurance, не? Которые бегут, триатлон, все на свете. В принципе, углеводы не надо. И поэтому вот это такая колоссальная идея. Да? Следует диет, который требует от тела использовать, что есть. Вот этот. Марк, все волнуются, что паста пати теперь будет отменены. Это тоже один факт. Паста пати тебе не надо. Ты можешь делать себе паста пати после Ironman, если у тебя счинание, ради бога. Но то, Ironman, этот колоссальный пункт, ты начинаешь такой дел, и ты знаешь, вот это есть, да? И это достаточно. Ты только нужно тренировать тело, что он это принимает. И все. А этот рацион не опасен для печени? Что? Вот такой рацион или диета, она не опасна для печени? Нет. Сколько я читал, по печени один раз было что-то речь шла, что это опасно для печени. Почему это тоже опасно для печени? Просто вопрос. Да. А почки, если... Нет. А продолжая этот вопрос, вы как-то консультировались с врачами или пришли на собственном опыте к этому? Ну, я, скажем так, я... было... как-то несколько месяцев переменил с этой идеей, да? И я читал очень много, и посмотрел много, и в конце концов я решал это делать. И я тестовал эти вещи, которые я там сказал на слайд. Я сделал это всегда после Ironman, что я знаю, как я выгляжу после один год тренировки сильно, да? И это было всегда катастрофа. Да? И так и есть, да? Полный коллапс всей системе. Да? И при этом я знаю мой статус. Да? Если у вас есть диабетические проблемы и все другие, конечно, нужно проконсультировать врач. Но я считаю, для нормально здоровый человек изменения нет, без проблем. Как быть с питанием мозга? Насколько я понимаю, мозговые ткани в качестве питания воспринимают исключительно глюкозу, а не... Это, как я вам сказал, если у вас есть возможность производить кетоны, мозг использует эти кетоны как глюкозу. И при этом вы чувствуете так плохо на этот адаптацию, потому что у мозга есть колоссальный дефицит. Он привык к этому постоянно, это глюкозы, сейчас глюкозы нет. Ну? И поэтому... Через сколько мозг начинает отвыкать? Этот фаза, это 2 недели около. Это зависимо от человека. Если вы такая как-то сахар чанки раньше, только такие вещи съели, это времени подольше, чем если у вас уже есть хорошее питание. Я читала на днях на Тома питаются марафонцы. И опытный марафонец писал, что он бегает без доп. Питания на время дистанции, он пьет воду с медом и ест аскорбин. А? И бегает за 3 часа с большим костью. Я делал целый мой тренинг сейчас. Я сейчас максимальная тренировка, например, выходные я тренировал 3 часа. Воду. И это было не 3 часа гулять. Это было 3 спорта, на каждый спорт интервалы. Я масло, стаканчик. Нормальный прием пищи когда? Вечер. Это было этот список. Это такое. Сегодня у меня, например, 0,5 кило китайский кол, 0,5 кило овощи и все плавает, конечно, на 1500. Да? Остальное время масло. Я и орехи. Ну, а что? Мы идем на этот, все. Это основной блок. Это действует для всех. Потом спортивные вещи. Почему?
есть три вида атлета, которые, может быть, интересовались этот, кроме этот факт, что зачем надо этот постоянно использовать только этот пак, который ограничен на 2000 калорий. Первый, если вы хотите похудеть. Да? Потому что, понятно, если у вас есть только шея, и вы ограничиваете калории, которые я не делаю, но можно делать. Эффект это понятно. Если это чья, которую вы кушаете недостаточно, нужно использовать это чья. Очень легко. И второй пункт этот, мы постоянно тренируем этот цикл, который использует чья, не этот цикл, который использует углеводы. Этот цикл, который использует углеводы, практически не надо тренировать. Нужно есть углеводы, все. Очень легко. Я только пишу этот, я быстро иду вверх. Дальше с этим, если вы немножечко посмотрите интернет, везде люди пишут, что если мы начинаем с этим диет, мы начинаем похудеть, но это другие диеты тоже делают. Но потом это чья делает метоксид, у меня нет этот атака голод, что я в ночь капитулирую перед холодильником, есть что угодно, да? Потому что мой инсулин во всяком случае вот так, ровно, и так далее, и так далее. Да? Второй пункт, это, и это важно для вас, если мы используем глюкозу в течение, как дополнительный продукт, есть такой продукт, который не очень хорошо для питания, это называется free radicals. И если мы используем шею, этот фри радикал не подходит. Да? И есть риск для здоровья через этот фри радикал, который не действует, если у нас есть шею как для энергетика. Да, вот этот по поводу этот. Это мы тоже сказали, это тоже есть один пункт, если у вас есть определенная аллергия, например, очень часто мы читаем, что люди только могут использовать один тип гель, например, пауэргель. Если он кушает себе high-five гель, результат это, что он стоит где-то и ищет себе туалет. И если мне не надо углеводы, этот проблем не действует. Я пью мой MCT, ну что угодно, и все. И это тоже гастротрофический дистресс, это значит, если у вас есть проблемы с желудком, принимать этот углевод, и если у вас есть стресс, и Ironman это настоящий стресс для системы, если я не ем углеводы, или ем только какие, которые я вам покажу, это стресс нет. Да, это мы сказали. Там есть, может быть, проблем для людей, которые просто шею не так большинство принимают. Там есть такие вещи. Это, вот это все связано с этим желудок. Если у нас есть эта паста пати, мы кушаем, не знаю, сколько там, 1000 килограмм макароны, да? Нужно тоже как-то обрадовать этот. Да? Если я пью чашка мой MCT, это тоже не стресс для меня. Ну, это макароны настоящий стресс. Да? И это тоже имеет значение во времени этого тренировка. Это значит, там есть свои пункты, когда это не очень оптимально начинать этот диет. Это первый пункт, это для атлета, который живет от этого. Да? Потому что есть этот фаз и есть соревнование. Да? Есть этот фаз, это адаптация, где результаты падают, понятно. Да? Этот человек потеряет один месяц. Если вы живете, это что вы делаете, наверное, у вас есть не этот люкс, потеряет один месяц. Да? Это значит, для нас, в чем проблема, да? Один месяц и все. Да? И тоже, если у вас есть этот аэроменский или полиаэроменский соревнование, может быть, есть другой программ. Для марафон,
это 2,5 часа, 3 часа, наверное, ничего не надо, кроме воды. Это тоже один пункт. Если у вас есть большая тренировка, Кипра для меня, и я тренирую одна неделя, не знаю, 40 часов, да? Это я не переживаю на 50 грамм каждый день, это понятно. Это, там есть один пункт, который называется cycling углеводы. Я покажу вам, как это действует. Да, да, это мы и сказали. Если у вас есть такой проблем, это тоже не годится. Если, и это сейчас, это спортивная часть, Лока, в принципе, действует для всех, как я вам сказал, специально люди, которые хотят похудеть, потому что для этого очевидный эффект супорски. Да? Для нас, как спортсмены, мы должны адаптировать этот диет. И адаптировать этот диет значит, что мы изменяем качество углеводов, которые мы принимаем согласно тренировке. Да? Потому что слишком мало углеводы тоже нехорошо для спортивного развития. Нужно найти баланс. Что нужно делать? И это как стандартный план тренировка для подготовки на Ironman или на полуIronman. Да? Это значит, у нас есть 6 дней, которые мы делаем как-то между 1 час и 2 часа. И есть один день, нормально это суббота, где мы делаем 5 часов. Да? И на этот день у нас будет, мы принимаем в течение тренировки, не до тренировки, а в течение и после тренировки этого размера углеводов, который достаточный. Это не значит, что мы плаваем на углеводы, потому что у нас сегодня 5 часов на велосипед. Да? Достаточно. Достаточно это тоже не очень много, как мы скоро увидим. Это тоже такое, этот intermittent fasting или fast decisions. Вы стоите, пьете кофе или чай и делаете ваш спорт. Да? Наш свободный желудок. Это мой программ, который я сейчас делаю. Я, как я вам говорю, делаю это до 3 часа. Потом домой, масло и в офис. Или диван, как если это выгодно. Для вас, наверное, вы сначала не так адаптированы. Люди начинают не на 3 часа, но на 30 минут. И если планируется интервальный workout, лучше кушать что-нибудь. Да? Вот здесь я вам писал, этот должен быть аэробик, потому что может быть, что качество падает, и если качество падает, это просто чанк. Да? И для чанка у нас не времени, мы не профессиональные люди, которые занимаются только спорт. И вы можете комбинировать, это тоже такой подход, логично. Если, скажем, последний раз вы кушаете, это 22, потом вы ложитесь спать. Да? Если вы чуть не завтракаете и только обедаете, это уже определенные времени, которые это без питания. 12-14 часов, и это получается очень легко. Да? И это тоже, как я сказал, типа intermittent fasting. Да? Да, вот это что я. В теле это мой программ. Около 22-23 я как-то не хочу дальше. И потом я не буду есть на следующий день 15 часов около, может быть 14. Вы видите, там есть исключение. Фет. Да? Масло. Масло можно есть, потому что этот систем работает на масло, и это мой бензин. Да? Конечно, не углеводы. Это значит, этот MCT oil, coconut oil, coconut manna и орехи. Это только рекомендация, несмотря на то, что я каждый день так делаю, это не надо делать сначала, нужно начинать потихонечку. Да? Это сейчас, первые 4 дня, стандартный off-season программ, который я сделаю. Вы видите, что
Там есть свои сложные программы, вот этот, да? 8 раз 2 минуты, 500 метров на 2 минуты, это вы, наверное, вы знаете, как марафонцы. Это сильно на воду. И это V02, это значит максимальные интервалы. Это 40 раз 30 секунд полный, 30 секунд перерыв. И после этого ты участвуешь, что это закончилось. И, как я говорю, это целый день я делаю из ничего. Я стою, пью чай и начинаю с этим у меня на велосипед. Это четверг. И это пятница, суббота, воскресенье. Я рекомендую этот, вот это круто, вот это очень круто. Потому что это так как, это типа из армии, да? Ты начинаешь, потом ты делаешь 400 метров полный перерыв, уходишь из воды и делаешь такой программ. Значит, 15 push-ups, обратно в воду, 50 полный перерыв, еще перерыв и потом дальше. Это такой один час за полный кошмар, это программ. Бег и дальше. Ну, все, воду. Больше не надо. И вот это X-train, это значит... Потому что у меня off-season, не важно, что я сделаю, это та комбинация rowing machine, start time, ну не важно, по 10 минут. Это неделя. Если вы посмотрите, как это суммируется, это около 14 часов. Тоже есть, это вот этот free electrics, это full body workouts, этот... Я не люблю это чайби, это кантины, я люблю делать это как-то против меня. Это тоже сильно трудно. И вот это одна типичная off-season тренинг. Там ничего не особенного. Самое важное это интервалы и поехали. Вот так. А вы все это делаете сами, то есть в одном месте, да? Ну, я, слава богу, живу так, что я могу это делать так, потому что мой велосипед стоит у меня дома, на другой комнате, бегу по улице, и мой бассейн — это 1,5 километра. Поэтому вы видите, где 10 минут бег. Вот, там есть... Вот этот. Это 10 минут, это я собираю свои вещи, бегу на World Class Fitness, на Тверская, плаваю, бегу домой. И если это лето, я комбинирую этот, что перед станцией стоит машина, там лежат бутылка и вещи не надо. Это значит, я бегу на бассейн, иду обратно, прошу вещи, это рюкзак, справленные вещи, закрою машину и бегу один час. Такая комбинация. Где у вас бассейн на Тверской? Это, как это, вторая пресска, но параллельно, где Шерон, там этот. Там есть, по поводу соревнования и питания, есть две варианты. По-английски это называется «Three low, race high». И второй вариант называется «Train low, race low». Что это значит? Train low, race high. Это значит, что подготовка для соревнований следует low-carb diet, set-up cycling. Да? А в течение соревнований мы ничего не рискуем, мы кушаем углеводы, как все другие. Да? Это train low, race high. Да? Эффект это, что ты получаешь полный эффект в течение твоей тренировки и сколько только... ты принимаешь этот углевод в течение соревнования, проблем с питанием у тебя не будет. У тебя ни один энергетический дефицит. Второй момент, это хорошо специально, если у вас не очень много времени для тренировки, и если это очень интенсивное время от времени соревнований, например, олимпийский триатлон, политриатлон, если там есть такие сильные горы и так далее, так далее. Да? Интек по калориям, я там писал, это
стандартный размер между 345 калорий каждый час, это что вы знаете, да? Это разница между, что вы привыкли и что вот здесь пишется нет. Это опция 2, это тоже опция. И это опция для может быть требуется, если у вас есть такие сильные проблемы, если вы принимаете этот концентраты, этот углеводный концентрат, или у вас есть уже такая двигатель, которая не надо углеводы. Там можно этот программ. А? Это тоже race low, значит не race без углеводы, а? Это значит race low, это разные вещи. Да? Вот поэтому я сказал вам здесь, есть этот риск, что если у вас подготовка по минимальным программам, и у вас не очень много лет вашей спортивной карьеры, это значит, у вас недостаточное качество митохондрий, может быть, что у вас вообще будет проблем с энергетикой. Поэтому, если это так, лучше не рисковать на углеводы. Это значит, train low, race high. И сейчас это последний вопрос, что я сделаю. Это что я сделаю. В данный момент, я уже вам сказал, это тренировка 1 до 3 часа, в зависимости от как у меня времени. И что я буду и на каждый, это важно, на каждый спорт одна раз в неделю полный программ. Да? Это значит не легкий. Да? Мой завтрак это чай, все. Потом мы начинаем с тренировка. Если вы немножечко читаете по этой литературе, первое, что вы видите, вот этот кето-кофе. Это такой вещь, везде кето-кофе туда-сюда. Я сделал себе свой специальный кето-кофе. Это сливки, поэтому я сказал сливки алакуши. Это сливки алакуши, это чайная бомба. Да? Это 200 грамм для пол-литра. 200 грамм сливочного масла, 75 МСТ и для вкус протеин, потому что этот V-протеин дает этот молочный вкус, да? Нейтральный вкус. Это все идет на миксер и потом стоит на холодильник. И получается, что как-то один кофе, это 100 миллилитров, это 450 калорий. Это значит, если я пью кофе, я пью 500 калорий. И это 500 калорий, это 99% жира. Мне уже нравится ваша диета. Ну, понятно. Это сливочное масло, МСТ-масло, немножечко протеин, 40 грамм протеин, углеводы нет, да? И белок мало, да? 99% и очень вкусно, потому что это очень жирно. Если вы читаете литературу, вот это классический кето-кофе, ну, мне вкусно, я попробовал, мне вкусно. Классический кето-кофе – это кокосное масло и сливочное масло. Просто добавите миксер и все. Это мне вкусно. Но этот алакушия очень вкусно. Ну, мне вкусно, скажем так. И как я говорил, это тоже, если у меня есть времени на выходные, я пью это после спорта, это не уменьшает мой шейный программ, потому что это просто шея, да? Это кофе, я имею в виду. Если у меня нет времени для кофе, потому что у меня такой подход, если я пью кофе, мне нужен не стресс садиться, пью свой кофе, горячий, как следует, с корицем и спокойно. Если я уже должен бежать в офис, это мне нравится так. Поэтому есть другой подход, это подход, это чашка масла. И или если нет масла, несколько ложек попробуют это как друг сейчас. Я кушаю этот. Это если вы посмотрите интернет, вы ищете так, coconut manna. Они продают это так. Стоит одна упаковка сколько? Около 1000 рублей в данный момент. Это полкило. И потом, это мой день, потом я вернусь домой, и вот это мой, что я ем. Это значит,
принципе, один большой салат, салат это значит у меня как человеческая голова, да? И этот дрессинг, который я сделаю, как я говорю, это шийная бомба. Да? Там будет все на свете, самое важное, что это шия, мало протеин и нет углеводы. И, в конце концов, мой кето-кофе, а ля шия. И получается мне между 8-83 шия, протеин и конец этого углеводы. Вот так. А если вы в командировке в Екатеринбурге? Но очень интересный феномен этого диеты, это что ты не голодный. Я не пробовал этот, но сейчас у меня этот проблем с этим, когда я буду есть, что я буду есть и как, и туда-сюда не действует. Я не ем, я не голодный, я не думаю об этом. Я иду домой и я ем, когда я сыт, и все. В течение дня я не голодный. У меня не один сейчас такой энергетический дырочка, что я падаю. Мне нужно есть сейчас сразу. Вот. Я не голодный. Тоже после тренировки. Я пью свою чашку масла и все. У меня на четверг я улечу в Германию, например. Ну, так и будет. Я делаю свой спорт, пью свое масло и все. А, кстати, хороший вопрос. А когда вы летите, там, к примеру, 8 часов? С собой же не знаю, ну, это значит, я ничего не ем. Это не, если этот, я повторяю, эффект этого кетонической диеты, это что ты не чувствуешь голод. Ты можешь делать этот статус без питания одна сутка, два сутка, это теперь не проблема, потому что две типа работают. Да? Тело всегда есть энергетика. Или ты принимаешь энергетика, или ты используешь, который у тебя в рюкзак. А сколько вы уже на этой диете? Сколько вы уже используете такой режим питания? Этот? Ну, этот. Да, вообще, да. Но я повторяю, я несколько лет, но практически 2 года назад я начинал просить все продукты, которые как-то кто-то изменит или изменил. И все мука и все сахарные вещи. И это исключает уже очень много. Да? Это практически как палео, ну, типа. Да? Значит, только овощи, фрукты и пищевый белок. И поэтому я думаю, это мне получается побыстрее. Да? Но я там есть слайд, который я могу показать, что тоже изменение от стандартной диеты на этот легкий диет, на этот как-то здоровый диет, имеет безумный эффект на развитие моего цифра на велосипед. Я буду показывать, там есть слайд. Сейчас у нас есть соревнование, и это мой программ для соревнования. И тоже для, если у меня есть кипрская тренировка для 5 часов. Да? Это значит, я стою, и я не буду есть один кастрюль хлопы, 3 бананы и что на свете. Я ем чикен суп, куриный суп для соль, BCCAs. Да? И, понятно, мне нужна энергетика, это значит масло. Да? И это тоже делаю на следующий Ironman. Так. Значит, не углеводы, не пастопаты, все не надо. И потом в течение, и это важно, каждый день, этот BCCAs, и там будет вопрос, какие углеводы, этот углеводы, которые я принимаю в течение только срочной тренировки и в течение соревнований. Только срочная тренировка начинается выше, чем 3 часа. До 3 часа ничего не надо. И если это выше, чем 3 часа, 100 до 150 калорий, такой штук, которая называется Ukan Superstash. Ukan Superstash, что это? Это очень крутая вещь. Это такой типа углеводы, которые химически не изменяют инсулинового зеркала. История этого продукта, это там есть детский болезнь, дети не болеют, не принимают углеводы как-то так. А? И они нашли этот Ukan Superstash и потом поняли, что это очень хорошо для long endurance. Да?
Посмотрите интернет, здесь Россия не купит, купить нельзя, нужно импортировать. Да? И этот армия, как мы видим, 100-150 калорий, которые на моему вес около 1 треть, который я раньше принимал, как на стандартный диет. А идея у меня этот концентрат нет, у меня этот типа углевод, который не изменяет мой зеркало. Тоже такой пункт, no carb loading, no pasta party, если это Кипр, но all inclusive buffet, ну да, но шинные блюда. Максимальное мне получается, кроме этот, который тратус, не больше, чем это максимально 200 грамм углеводы. Да? Это 800 калорий. И в данный момент, если вы посмотрите, сколько я ем, это значит на одну неделю, если тренирую сейчас, скажем, 14 часов, у меня сколько? 350 грамм калорий. Да? Это которые я нормально съел на один день, на стандартный диет. Да? И вот это был этот вопрос, разница между стандартной диетой и как-то палеодиетой, это значит исключить сахар, эти вещи. Что вы видите? Что значит RQ, респираторический коэффициент? Если вы делаете тест спироэргонометрии, наверное, вы знаете этот. Вы знаете, что это? Спираторометрия? Да. Исчисляется... Можно исчислять, сколько вы используете углеводы, сколько жира. Самая оптимальная цифра – это 0,7. 0,7 значит 100% жира, 0% углеводы. Ja? И другое – это 1. 1 значит, наоборот, 100% жира и 0% углеводы. Вы видите, что там два вещи. Вот этот тест я сделал. На тренировку, это значит в июле 2013, да? Сделал этот тест. И вы видите, что у меня получились на 200 ватт RQ 0,9, значит я на этот 200 ватт использую 66% углеводы и 34% жира. На 240 эта цифра это важна для меня, потому что на 80 кило это 3 ватт за килограмм, это мой айронменский пауэр. С этим я еду 5 часов. Да? И вы видите, что я просто капо-чанки. Да? 78% углеводы и только 13% жира. И когда я изменил этот диет от как-то палео, значит исключить все эти сахарные вещи, вы видите такой визуальный эффект. Этот тест, можно тоже сказать, этот тест я сделал 3 недели после моего Ironman Cozumel. И этот тест был мой первый спорт после этого Ironman вообще. И вы видите, несмотря что это было первое движение, после 3 недели ничего, как растет эта цифра. Это значит, сейчас и самый крутой для меня это на 300. 300 ватт это для меня олимпийский триатлон. С этим я еду 40 километров на 56 минут. 300 ватт, да? На 2013 у меня был просто углеводы. Да? Месяц назад у меня было уже 50 на 50. Такая колоссальная разница. Как это эффективно уже начинает работать. И это то кетонический диет. Да? И что тоже видно, это потому что вес был идентический на 80 кило. И видите, как растет этот V0 2 Max. Да? Эта цифра для 50-летнего человека неплохо. Да? Потому что это все ниже хорошая атлетика. Да? Это значит, это питание имеет свой эффект. Тоже, если вы не хотите делать этот кето-диет попольный, да, исключить сахар из вашего диета, это очень полезно. Да, то вот этот мой Ironman. Это я. Это очень круто, потому что это было 2013 КВ, и там это было 30-летний как-то юбилей, и там была такая стена, и они подписали каждый участник. И сейчас они продают футболочку, можно купить. Там посмотрите, Марко пишет. И вот это тоже, вы запомните первое фото, КВ-ское фото, типичное финишное фото, это меня. Или я посмотрю на часы, или просто посмотрю на пол. У меня ни один фото, ни один финишное фото,
ты видишь лицо, как... Да, вот это Флорида, вот это последнее. 9.22. А, вот, все. Вопросы, пожалуйста. Сегодня перед началом про сочетание low carbs и вегетарианства. Low carb и для вегетарианцев это, наверное, немножечко сложно, потому что мясо может там разный уровень. Но если вы лактообью вегетарианец, можно есть это яйца, это очень хорошо. И молоко, питание. Это, конечно, можно. Это значит субсидировать это мясо на тофу. И такие вещи. Ну, там тоже есть форум, есть сайт, это все можно. Но нужно еще один степень выше посмотреть, что купить, где купить и так далее, и так далее. Можно это все, это не проблема. Ну, не проблема, я не пробовал. Но я знаю, что этот, на этот фитнес-клуб, я тренируюсь, есть плавный тренер, который читает все эти книги, и тоже получает этот клуб. И она вегетарианка. Да? И мы совместно искали в интернет несколько сайтов и книги, и так далее, которые показывают подход. Если вы хотите читать что-нибудь, да? Я предлагаю, и очень много вещей из этого книги. Эти две книги, это как не Библия, но этот стандартные книги, если вы, это на английском, если вы хотите понимать базовый кетонический диет, вот этот, и потом они писали этот книги как low carb для спортсменов. Да? Очень много вещей, которые вы видите на этом слайде, это цитаты из этого две книги. И третий пункт, вот этот Бен Грин, это мой тренер, это американец, который тоже на свой сайт можно купить этот гид Low Carb Diet for Triathletes. И это очень полезный штук. Это самый полезный штук, если у вас есть триатлон, потому что он очень специфически говорит вам, какой план, какой диетический план, что нужно есть, какой суплемент, что должно тестовать, так далее, так далее. Это очень полезно. И этот. Да? Оба книги можно купить как хардкопи и можно через Amazon Kindle. Да? Стоит DVD-про или что-то, эта книга, на e-book. Это самые важные вещи, это все аргументы про, все аргументы контра, они врачи, я не врач, да? И поэтому они подискутируют эту тему три раза, чем я могу, потому что они все показывают все эти химические процессы и так далее, так далее. Вот и все. Может, у кого-то есть вопросы? Да, конечно. Есть вопросы. А с того момента, как вы начали заниматься и подошли к питью масла, сколько прошло времени? Между начала и... От самого начала, да? И вот как вы начали использовать вот эту диету? Сколько времени? Но я не как понимаю вопрос. Когда начали заниматься? Как? А что? Вот. Ну, когда я начинал заниматься триатлон, я, наверное, кушал, как все спортсмены кушают, значит, углеводы. А? Нет, а сколько времени прошло? То есть, вот начали в таком-то году, а пришли к питанию вот там через 5, 6? Ну, я начинал с триатлон в 97-м году. Это значит, 15 лет около я тренировался и кушал, как все другие. Я паста, паты, все по полной программе. Да? И потом потихонечку удалил все эти сахарные вещи, все эти мука, макароны и так далее, так далее. И принимал мои углеводы через овощи и фрукты только. Да? Это было около 2 года. 12 я начинал уже. 12-13. И декабрь 14 начинал там локап. Как в финале. Вы теперь больше не едите булки вообще никогда? У меня не желание. У меня не желание на сахар.
Я видел этот, они лежат перед меня. Ну, окей, пусть они лежат там. У меня не этот. Нет, серьезно, это пошел. Ну, предрочество, да, там вести эти славности. Ну, пожалуйста, пусть они лежат. Это не... Семья тоже на лоу-карбс? Ну, семья в данный момент посмотрит, что там происходит. Как дистанцировать себя немножечко. И говорит, ты знаешь, мы не привык к этому. Ну, они следовали мне до этого момента, этого здорового питания. Ну, от типичной русской диеты на этот, как-то без сахарной диеты. А это было как-то понятно, что это полезно. Но сейчас только ножи, это как-то непонятно. Ну, так, пожалуйста, как кажется по-своему? Что? Да, это тоже такой пункт. Я уже раньше очень редко пил алкоголь. Если у нас праздник, Рождество, Новый год, день рождения, что-то, я пью стаканчик. И если я пью, если я пью стаканчик, я чувствую этот как шприц. Это было... Когда я бросил курить, на это время я тоже очень много пил, это очень интересно. Но сейчас, если я пью, это мне не вкусно. Зачем мне это надо? Это не что-то, это плохо, это не здорово. Тоже винцов, если иногда, может быть, что-то сладкий, грузинский, тяжелое винцов, окей, ладно, немножечко. Ну все. У меня не желание не на этот, да? И поэтому я не чувствую, я не скажу, вот это нельзя, это плохо, это нельзя, вот, все. Мне не надо этот, это разные вещи, да? Я свободный человек без этого. А Козумель ты делал на Train Low? Козумель я сделал на Train Low Race High. Значит, тоже не каба-лодинг. Единственный лодинг, который я сделал, там было у нас all-inclusive buffet, там было мои любимые папайас. И на этот, я сказал, это директ от гостиницы, вы знаете, сколько стоит папайя в России, да? Это безумные деньги, не? Я ем каждый день на 15 тысяч рублей папайя, знаете, да? Это, ну, в конце концов, это тоже сахар, ну? И, ну, я съел это как сумасшедший, да? И в течение тренировки была стандартная программа, значит, что там есть, это углеводы и гель и так далее. А следующий раз будет... Ну, я буду... нужно... Это нельзя просто делать соревнования так. Нужно делать свои долгосрочные workouts, и на этот workout симулирует себе как соревнование. И если это все без энергетических проблем подходит, можно использовать в течение соревнований. Просто так я тоже привык, я не стелил бы это. Да? Но если я стелил это несколько раз в Кипре, и это без проблем, ну, пожалуйста. А диета Дюкана, это что-то подобное? Дюкан это более-менее этот, я не знаю, Дюкан это легкий low-carb, да? Сколько я знаю, да? Это меньше углеводы, это как это Монтиньяк. Да? Yeah. Ну, low-carb это не high-protein, low-carb это low-protein. Там они продают всегда, на пахлете, например, они продают всегда low-carb и этот shirataki, этот безуглеводный макароны, да? Тукан, я понимаю, они не сильно посмотрят на углеводы, но я не спрашиваю. Не, они встречают полностью углеводы, там белок, но жира они тоже встречают. Ага, ну, может быть. Да. Тукан, там очень много разных диет, я не знаю, что они очень эффективны, но этот поход выглядит для меня не просто интересно, это три раза лучше, чем этот подход на углеводы. Я сейчас вижу этот я, в принципе, целый день очень сыт сейчас. И раньше у меня были такие из моего углевода, специально если много тренировались, Кипр, например, если там было пекано, я там стоял и сказал мне, дайте мне сладности и поехали. Не?
Я надеюсь, что если там июнь, это питание, я не знаю, что у них будет, наверное, падать оборот без меня. Да? Это стандартный вопрос и стандартный ответ, да? Сумма холестерина не важна. Важно это, из чего состоит эта сумма. Вы знаете, там две разные холестерин, LDL и HDL. LDL это low density, я знаю, третья по буква, и второе это high density. Да? Разница это, что этот low density, это плохой для нас, потому что это вот этот, который заклеит наши трубочки, и из этого результирует инсульт. High density имеет другой эффект, да? Наоборотный эффект, имею в виду. Если total холестерин не важно, важно это отношение между А и В. Да? И эффект этого кетодической диеты, это что total холестерин, наверное, выше, понятно? Да? Вот этого шея, но состояние между LDL и HDL лучше. И это значит, для здоров не проблем. Я знаю это, потому что я сам это тестировал. У меня сейчас выше total холестерин, но отношение между HDL и LDL лучше, чем раньше. Да? Несмотря, что я шея ем как сумасшедший. Да? Или как следует. Это типичный вопрос. Да? То есть, если человек, например, начинает заниматься длительными тренировками, что вы ему посоветуете? Переходить на 50 грамм углеводов в день? Да. Но это чревато. Ну, смотрите, если один раз нужно начинать с этого. Поэтому я предлагаю, начинайте с этого, если есть негативный эффект на тренировку, не играет роль. Это значит off-season. Я не знаю, когда твой off-season, да? Но если off-season, это значит, я ничего не делаю или очень мало делаю. И при этом изменения такое колоссальные для систем нужно делать на этот времени. Потому что если у вас плохой день, ну, пожалуйста, есть плохой день, не важно. Да? Это понятно, поэтому я только повторяю, если у вас есть один месяц, то самое важное соревнование в этом год, и делать такую вещь, это просто нонсенс, это понятно, да? Но если вы делаете сейчас, не проблем живет после того, что 2-3 недели адаптация, уже более-менее сил идет обратно. Это только 2-3 недели. И что 2-3 недели? Это очень часто мы 2-3 недели заболеем и можем неделю отдать спорт, да? Но вам не кажется, что эта адаптация все-таки в течение 13 лет была? Они вот, да. Это я думал, что у меня получается очень быстро. Мои кетонические цифры показывают не так. Потому что я начинал с начала декабря и только январь, это значит 4-й недели на этот диет, у меня был полный кетоз как следует. Значит, целый день выше, чем 1,5 миллимоль. Да? И, как вы скажете, да? Я пришел из уровня, который я думаю, что я уже очень хорошо адаптировал, очевидно, нет. Да? Это значит, 4 недели, наверное, месяц, это тоже, это не просто как-то времени адаптации для тела, это тоже времени адаптации выше вашего диета. Да? Потому что, как я говорил, нужно искать эти продукты, это наоборот думать, начинать. Да? Читает лейблс, записывает, что исчислят свои кетоны и попробует, что снижит, какие эффекты имеет, если у меня 150 грамм протеина один день или один день только что растит мои растения или падает, или что, такие вещи. А? Но мышца должна адаптироваться, чтобы потреблять жир? Мышца нет. Митохондрии нужно адаптироваться, не мышцы. Нет, но они должны все равно адаптироваться. Yeah? А для каждого адаптация, она все равно должна быть своя. Везде они пишут, эта адаптация между 2 и 4 недели, и все. И после этого адаптация вы на кетозе. И вы живете, как я живу. Нормально. Скажите, результат это улучшились или что стало с результатом? Я не делаю, что у меня лучше или хуже результат, конечно, не хуже результат. Я сделаю, что у меня есть подход, я не голодный целый день,
у меня стабильная инсулиновая зеркала, у меня стабильная жирность, стабильный вес, это самые важные вещи. И пять, я не понимаю, почему я должен использовать дополнительные энергетики, если моя энергетика у меня в рюкзак. И эта диета дает мне возможность использовать мой личный рюкзак. А? Тоже в течение соревнования. Но вы вообще не употребляете гели, да, на соревнованиях? Нет, дальше нет. Ну, только соли? Только там... Я буду этот Ukan Superstash и все. Это пункт, это не, это выглядит... Это выглядит как-то колоссально, это не колоссально. Мой тело работает на шею. Это значит, он получает шею, и не углеводы дальше. Углеводы – это делает легкое принимать стресс. Это ваше соревнование. Да? И ограничивает мне риск, что есть один пункт, кто мозг кончает, но сейчас мне нужны глюкозы, и не кетоны, потому что мне слишком трудно. Да? Немножечко углеводы нужно всегда. Какие у вас были результаты 3-4 года назад и сейчас? Результаты тоже шаме. Результаты. Флорида я сделал уже более-менее на этот, ну, палео диет, типа. Это было самое рекордное время, 9.22. Я стою последние 5 лет практически на 9.30 плюс-минус. Который для меня неплохо, потому что я каждый год старше, не? Я сейчас 50, не? Я уже жду этот момент, когда этот граф идет там вниз, не? А? И при этом это неплохо, не? И... Я 50, да? Мы вам не верим. А? Мы вам не верим. Ну, у меня есть права со мной. Кстати, там у меня на права фото, когда я выглядел на 18 лет. Это гаишник не принимает. Я всегда посмотрю, на что это, кто это вы. Вот. Я не думаю, что это диет для общей, как я чувствую. Я могу сказать, я чувствую себя лучше, чем на углеводы. Это точно. Какие результаты на соревнованиях, это еще другой день. Я не сделал это для этого, что у меня лучшие результаты на соревнованиях. Я думаю, что если ты читаешь литературу, этот low-fat, этот везде, в Америке, в Европе, они люди добавят себе кило. И есть абсолютно индустриальный интерес, что это так и продолжает, этот сахарный друг. Да? Это начинает на малыши, который пьет этот сладкий чай, разрушает себе зубы и идет дальше. Да? И поэтому этот палеодиет, это тоже такой логичный пункт. Мы жили 1,5 миллиона лет на определенный диет. И это было мясо как это называется по-русски? Кто живет лет? На животные. Элен или олень или все эти вещи, да? Мало шия, хорошая шия, да? И углеводы, которые они нашли на пути в этот лес, да? И потом начинала эта сельхозяйственная революция, да? И тоже начинался все этот цивилизованный болезнь. Это начинали как раз параллельно с этим. Мука. Кошмар. Да? И потому что 10 или 15 тысяч лет на эволюции – это такой маленький капель, да? У нас нет времени привык адаптироваться к этим сахарам, бомбе, которые мы принимаем каждый день, да? Если вы посмотрите историю сахара, то 19 век сахар была золотой вещь. Это только саграм и только со король, да? И только сейчас индустриальное производство этого сахара. Нашей системе не привык принимать сахар, мне кажется, если посмотрим историю человека. И поэтому это логично, что исключить сахар, очевидно, лучше, чем живет на сахар. Ну, я предлагаю на этой позитивной ноте.